Ариса, здравствуйте. Так рада вас услышать и увидеть. Спасибо. Мечтала попасть, и это свершилось. Спасибо, мне тоже очень приятно. Вы меня видите, слышите хорошо, правильно, да? Отлично, вижу, слышу, все отлично. Главное, не опоздала. Меня видно тоже, наверное, хорошо. Да. Вы самое главное, только не волнуйтесь, не бойтесь, мы все с вами посмотрим. Руки-ноги не скрещивайте, будьте максимально расслаблены. Вы мне сразу скажите, сколько у нас вопросов, чтобы я могла, имела представление, как мне вам отвечать. Быстро, коротко или развернуто? Яна, у меня 8 вопросов, я их набросала, но самые основные. У вас 8 вопросов по одной теме или по разным темам? Это в основном финансы, работа и дети. Детям сколько лет? 19 и 21. 21 я буду смотреть, 19 нет. Хорошо. 21 это у меня такой серьезный человек. Угу. Так, ну что? Еще такой вопрос. Отец у вас покойник? Лариса, вы меня слышите? Я не слышу вас. Слышно? У вас отец покойник? Да, покойник. Да, он здесь, и он не один. Он привел молодого мужчину, русый цвет волос. Это или дядя, или его брат? Это, скорее всего, мой муж, может быть. Да? Не знаю, он за ним прячется. Он за ним прячется. А и отец у вас так... Вы знаете, у вас и отец такой достаточно очень скромный человек, а за ним кто прячется, мужчина молодой, он еще скромнее. Как вашего отца звали имя? Анатолий. Анатолий, иди сюда ко мне. Макароны люблю, макароны люблю, макароны люблю. Вермишель, макароны. Анатолий, Анатолий. Анатолий, будешь мне помогать? Ты будешь мне помогать сейчас? Кто такая Натика? Натика. Из живущих. Живущих? Натика. Даже не знаю. Ну ладно, если потом вспомните, скажите мне. Дайте, 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 откройте, 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 откройте. Откройте мне ее. Лариса, откройте, 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 откройте. Кто есть, выйдите еще. Кто есть, выйдите еще ко мне. Кто есть, выйдите еще ко мне. Вы этой зимой не болели? Если не болели, будьте аккуратнее и одевайтесь. У вас почему-то зимой часто бывает насморк или чем-то заболеваете. Берегите себя, хорошо? Хорошо. Иммунитет слабый за последние 3 года. Хранители, покажите, дайте, 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 дайте. Давайте, поехали, Лариса. Вопрос какой первый? Поможет ли мне Денис вывести деньги? Заработанные. Это мужчина с темным цветом с темно-русым цветом волос. Мужчина вас моложе, правильно? Правильно. Думаем о нем сейчас. Его любимый цвет в одежде серый. У него светлый цвет глаз, голубовато-сероватый. Кто такой Денис? Как он видит Ларису? Его отношение к Ларисе. Поможет ли он Ларисе вывести деньги? 2, 2, 2, 2, 2, 2. Поможет ли он вывести деньги Ларисе? Ох, какой он. Ох, какой он. Как он не любит проигрывать. Какие амбиции высокие. Какие амбиции высокие. Да. Я главный. Я такой. Я все от меня зависит. Точно, точно. Секунду. Думайте о нем дальше, смотрите на меня.
Дайте еще раз, еще раз. Дайте, 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 дайте. Денис выведет, поможет ли вывести Ларисе деньги? Поможет он вывести Ларисе деньги? Еще, 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 еще. 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 У вас же свои глаза, не линзы? Это свои. Ну вы же ведьмочка просто. И он про это знает. Что то, что вы делаете, обычно женщина не сделает. Но такое пойдет только ведьма. Потому что именно интуиция ее будет двигать вперед. Знаете? Да. Понимаете, о чем я говорю? Или мне сейчас... Я не хочу объяснять, время идет. Я понимаю. То, что да, вы делаете... Вот слушайте, то, что вы делаете, обычная женщина не сделает, побоится. Риск должен быть. Это, знаете, пан или пропал. Ставлю на эту ставку или на эту ставку. Вы ставили такую ставку, сделали то, что обычная женщина не сделает. Это игра с дьяволом. А у вас очень хорошая игра с дьяволом. У вас в роду жили ведьмы такие, как я. И вы тоже такой являетесь. Только вы не практик, солнце мое. Вы роковая женщина в этом мире, которая делает такие ставки, где, ну, зачем вам практиковать и принимать людей? Это для вас, это другое. Вот смотрите. Он такой мужчина, знаете, рискованный. Он любит таких, таких любит, как мы, любит. Потому что с нами интересно. Мы знаем, что мы делаем. Вот смотрите, здесь есть такой один нюанс. Он будет вам помогать и готов вам помочь. Но он может или у вас что-то попросить, проценты какие-то, или же он будет тянуть с этим, чтобы как бы... Если ты его подойдешь и вот так вот возьмешь за горло аккуратно и скажешь, Денис, если ты не от... Тихо, слушай меня. Если ты ему подойдешь аккуратно за горло, возьмешь, Денис, если ты не отдашь мне мои деньги, я тебя в порошок сотру, понятно? Он скажет, да, нет проблем, ведьмочка моя, нет проблем. Потому что дело в том, что он знает твои возможности, он знает, как тебе было тяжело это заработать, он знает, на какой ты риск шла, он знает, что он за твоей спиной же прятался. Практически ты тут в обороне, вперед, как танком шла, он за твоей спиной прятался. И он понимает прекрасно, но я образно говорю, ты понимаешь, о чем я говорю. Слышно меня или нет, Лариса? Слышу, сейчас слышу. Все, когда ты меня не слышишь, ты меня переспрашивай, не стесняйся. Мне надо, чтобы ты меня полностью услышала, хорошо? Отлично, сейчас вот отлично слышу. Вот слушай, отлично. Он знает прекрасно, что он ты нашла на большие риски, чтобы делать то, что ты сделала и для себя, и для него. Причем ты не хапужная, ты с ним делишься. И если он, еще я тебе в такой момент скажу, если он будет с тобой вести себя не... несправедливо, нечестно, ему сверху от тебя прилетит по башке кирпичом, понимаешь? Разделит его на две части. Причем ему по башке прилетит от самого дьявола. У тебя такая сила, милая моя, магическая. Ты можешь работать и со светлыми силами, и с темными силами. Ты такая ведьма, понимаешь, нейтральная. Хочешь, и в церковь идешь, молишься, там тебе помогают. И хочешь, дьявола призываешь на большие бабки, дьявол тебе помогает. Ты понимаешь, какая ты ведьма, да? Такая. Ты даже в черном сидишь, как я. У тебя даже цвет такой волос, как у меня. Да, да, Яна. Яна, да. Причем у тебя очень сильные ангелы-хранители. Ты уже умирала, тебя оставили на этом свете. Причем Денис... Я не могу сказать, что он хороший психолог, не знаю, не копалась в нем, но он тебя прям так хорошо знает. Ты сколько лет с ним? 4-5 лет есть уже вместе? Нет, я с ним знакома где-то 4 месяца. А, 4 месяца. Потому что мне идет 4-5, 4-5. 4-5 месяцев мы с ним знакомы. Да? Ну вот, потому что дело в том, что он тебя за эти 4-5, как 4-5 лет как будто знает. Очень хорошо он тебя знает. Понимаешь? Так, по нему вопросы есть, по Денису? По нему вопросы? Ну, если завтра у меня с ним будет разговор, я просто решила задать вам вопрос этот.
стоит, не стоит, потому что я ему, честно сказать, не доверяю, потому что уже раз он меня обманул. Я ему тоже не доверяю, но он тебя боится. Если ты будешь из себя строить девочку паиньку, не надо с ним себя строить девочку паиньку. Ты подойди так четко, вот так вот скажи, знаешь что, Денис, ты что-то, наверное, не понял, ты не с тем человеком, наверное, хочешь, да, дело иметь. Давай конкретно, будет так, так или так. То есть ты прям знаешь, вот как, что ты боишься, тебе бояться нечего. Это он тебя боится. Это он тебя боится, и силу твою боится, твои мозги боится. Как ты двигаешь дело, как ты ведешь разговор, у него сразу там все на полшестого. Потому что ты такая, знаешь, конкретная женщина. Конкретная. Ты ведьма черная, посмотри. Ты черную кошку видишь? Ты это вообще не стесняйся. Ты с ним скажи, ну, скажи, милая, ну ты хочешь проблем, что ли? Я могу тебе устроить проблемы. Какие вообще разговоры? Давай как-нибудь скажи, давай будем по-справедливому. Потому что он с тобой играется. Он с тобой играет. Я с ним играюсь, я просто за ним все это время наблюдаю и думаю, что от него еще ждать. Вот. Но я далеко не простая, не простая. Да, да. И он, я веду себя нестандартно, не как да, женщина, да, обычно. Да, да. И он видит такую даму, что отказаться от меня ему очень сложно. Да. Его все время по мне тянет. Вот ты ему... От ведьмочки, конечно, конечно. Сладкая же вкусная энергетика, роковая женщина. Потому что ты можешь сделать то, что обычная женщина не сделает, побоится. А ведьма ничего не боится, потому что она интуитивно знает, свою силу знает. И интуиция подсказывает, что я сейчас сделаю вот так, и я получу. И тебе, и мне будет хорошо, милый, давай, ты что дурака валяешь? То есть ты понимаешь, да, да, это он тебя побаивается немножко. Ну смотри, а у меня такой вопрос просто был, мне показывали два. А у вас там на два, ну я не знаю, это может быть глупо, на 2 миллиона у вас там какое-то дело на 2 миллиона или больше, на 20 миллионов может быть? Нет, нет, это я не в российских рублях рассуждаю, я в долларах рассуждаю. Но мне 2 показывают, 2 это что, 2 миллиона, 2, что 2? Скорее всего миллиона, если в этих российских. Все, потому что мне показывают 2, а я не могу понять, думаю, блин, там что дело, на 2 миллиона всего что ли, а может на 20 миллионов, мне 2 показывали, что у тебя с ним дело на 2. В общем, ты поняла, да? Так, давай, второй вопрос, поехали. Так, закрою ли я кредиты в этом году? Сколько кредитов? Они, два кредита, они связаны с этими деньгами, которые в первом вопросе были. Ну, храните, покажите, дайте. Две недвижимости? Уже есть. У тебя на тебя идут две недвижимости. Я тебе заранее уже говорю. Если нету, будет. Две недвижимости на тебя идут. Мне здесь уже передают. Она мне про кредиты два говорит. Есть две недвижимости. И кредит она закроет. Один ты быстро закроешь кредит. Тот, который полегче. А тот, который большой кредит, ты будешь его тянуть еще. Тянуть будешь. Быстро не получится закрыть. Там большая сумма, детка. Ты ставки большие ставишь на второй кредит, и быстро у тебя не получится закрыть. Они показывают мне три. Три. Или три месяца, или три года. Или три месяца, или три года. На второй кредит как закроешь. А первый быстро закроешь. Он у тебя маленький. Он у тебя маленький первый кредит, а второй большой. Дайте, стоп. Дайте, откройте. У тебя сколько высших образований? Два? Одного, да. Не слышу. Одного, у меня нет высшего образования. Мне показывают одно, потом второе. Это что означает одно, второе? У него вообще нет высшего образования. Чего вы не показываете, я не пойму тогда. Хорошо, тогда такой вопрос. Ты сначала долгое время на одной работе работала, потом перешла на другую работу, может быть, вообще сферу деятельности поменяла. Это есть такое? Есть. Все. Я сейчас работаю Все, стоп. Потому что они показывают мне два, я не могу понять, два у нее высшее образование, что ли.
Духи ангела-хранителя. Покажите мне, пожалуйста, что сейчас... Нет, дайте мне вообще Ларису. Я не могу понять. Дайте мне Ларису. По рукам, по ногам связанная. Еще. У тебя уже долгое время есть проблемы, финансовые проблемы долгое время. Ты или от долгов пыталась избавиться, то есть, ну, отдавала деньги очень много, прихода мало, расходов много. Или ты была закрыта от работы. Работа, да. Короче, в упадническом состоянии. Проблема со здоровьем, проблема с деньгами, проблема с работой. Сейчас тебе издалека идет какое-то предложение со сотрудничестве или по работе, или что-то такое издалека. Вот смотри, начиная, вот зима сейчас закончится, начнется весна. Начиная с весны, у тебя дела пойдут все в гору. Если тебе идут какие-то контакты издалека, из-за границы, соглашайся. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. И еще, что у тебя тут за тема? Переехать в теплую, на теплую, не знаю, страну или город, сказать точно не могу. В теплую страну или город. Что, куда ты собираешься? Меня пригласили замуж в Австралию. Ага, вот теперь слушай меня. У тебя вообще есть проблема, это суставы, сосуды, позвоночник. Обрати, пожалуйста, на это внимание, и по-женски тоже. По поводу этого австралийского знакомства ничего не будет. Ничего не будет. Ни в какую Австралию ты не поедешь. Ты можешь поехать и вернуться полностью разбитая, потому что у тебя на Австралию ложится старший аркан Луна. Тебе там кто-то с Австралии очень хорошо мозги канифолит и компасирует. Поэтому Австралия – это не ближний регион, это далеко на чертовых куличках. И рисковать, я думаю, не стоит. Причем ты ближайшее время сама поставишь точку и поймешь, что человек с тобой играется, тот, кто находится в Австралии. Не знаю, такое ощущение. Потому что на то, куда ты собралась, теплое место, ложится плохая карта. Духи ангелы-хранители, покажите, пожалуйста, что будет у Ларисы. Что будет у Ларисы с работой? Я тебе так скажу. Ближайшие полгода в личной жизни у тебя будет крах. По всем. Да ты хоть мужика найди в Африке, неважно. У тебя в личной жизни идет крах, потому что тебе сейчас надо упор делать не на личную жизнь, а на заработки, на деньги, на благополучие и на дом. А ты этим занимаешься во второстепенности. Тебе не на мужика надо ставку делать, а на себя надо ставку делать. В ближайшее время, до конца зимы, изменений по работе нету. Но ты такая, знаешь, хозяйственный человек. Ты умеешь по минималке жить, умеешь. Ты стой, знаешь, кованая такая женщина, кованая 90-х годов. Поэтому ты можешь выживать на минималках. Ну, ближе к весне, с весны у тебя будут уже хорошие такой задел нам по материалке на будущее с работой и с деньгами. Я тебе так скажу. Сейчас, секунду. Духи ангелы-хранители, покажите, пожалуйста, что будет с работой у Ларисы в 24-м году, в 25-м году. А теперь скажите мне, пожалуйста, что у Ларисы будет в личной жизни в 24-м году и в 25-м? У тебя работа по работе будет все. Ты свою работу держишь вот так, мертвой хваткой, все под твоим контролем. На следующий год у тебя здесь такие, знаешь, жесткие прям рамки такие. Ты будешь косить всех. Кто ко мне с мечом придет, тот от меча и погибнет по полной программе. Будешь всем вставлять по самой не хочу. Понимаешь? От тебя очень много будет зависеть на следующий год.
А ты такая конструктивная, прямолинейная, жесткая. Как я хочу, так и будет у меня на работе. В плане любви. На данный момент у тебя в этом году идет император. Давайте скажу так, тебе нищеброд не нужен. Ты ищешь себе действительно какого-то императора. Может появиться это император. Я даже не удивлюсь, если этого императора ты нашла уже в этой Австралии. Но здесь есть одно большое «но». Не совсем этот император тебе, может быть, и подходит. Понимаешь? Он может мурыжить тебе голову и говорить, что «да, у нас все хорошо, тут шикарно, я тут все это, детка, приезжай». А детка приедет и увидит весь ужас Австралии вместе с этим императором. Понимаешь? А на следующий год у тебя просто идет карта ухода. Ты можешь в этом году еще с этим императором как-то шуры-муры, там все такое. Но на следующий год ты от него уйдешь. Потому что карта все-таки плохая ложится у тебя на личную жизнь. Еще раз повторяюсь, ты не должна делать упор на клон, на свою личную жизнь. Тебе надо выкарабкиваться, по материалке вверх идти. Понимаешь? Потому что на данный момент... Ты от всего материального на данный момент вот так закрыта, закрыта. У тебя идут потери. Ты что-то в прошлом сделала не так. Не туда, как говорится, вложила деньги. Не туда деньги дала. Не так мало, может быть, мало зарабатывала. Или, может быть, вообще не работала. У тебя давай скажу так. А как это, с какого момента это началось, Анатолий? Ну, как с пандемией, он говорит, как начало как-то рушиться, у тебя рушится, и все вот так, вот так, вот так, вот так, лестница по лестнице, уже как в болото спускаешься. Наверное, вот с пандемией, это сколько она у нас началась, она? Года три назад, вот в что-то такое года три назад. С 20-го года. Ну вот, пандемия у нас где-то к концу 99-го года, с декабря началась, и все, весь 20-й, 21-й, сейчас 23-й, уже 24-й год тоже идет. И он говорит, еще знаешь, что здесь есть такой один нюанс? Ты по жизни очень такая доверчивая. Ты правильно сказала, я такая и правильно. Он тоже мне говорит, она такая доверчивая. Почему тебе, когда интуиция говорит правильно, ты в голову включаешь? Ларис, почему? Вот когда тебе вот здесь, я тебе сейчас научу, чтобы ты знала, вот когда тебе здесь говорит нет, 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 вот здесь автоматически отключай. Чувствуй только, что здесь тебе говорит. Вот тебе здесь будет тыркать, нет, нет, нет. Вот здесь говорит нет, значит не бери, не делай, не общайся, не разговаривай, поняла? А у тебя сразу здесь включается, ой, нет, ну как же, может быть я ошибаюсь, может быть да, там, не надо, вот здесь тебе говорит, понимаешь, ты ведьма. Ведьмы должны вот здесь должны слушать, не здесь должны слушать, а здесь, понимаешь? Поэтому на том и у нас чуйка вот этой вот и есть. Так, давай еще вопросы. Давай, 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 давай. Так, значит, сын старший. Имя? Владислав. Еще раз. 21 год. Владик, 21 год. Как у него сложится жизнь в ближайший год-два? В ближайший год-два, Владислав, дайте. Красивый мальчик. Он красивый мальчик. На тебя похож, но больше как будто черты лица отцовские. Да. Он даже на твоего отца очень хорошо похож. Тебя папа красивый в молодости был. Как будто это папа твой в молодости. Красивый мальчик. Прям вообще. Такая прям... Редкостная такая красота, такая вот такие мужчины жили в 18 веке. Понимаешь? Когда вот это вот богема, русская роскошь, вот Пушкин, вот, да, стихи, вот это вот все, Лермонтов. Такие мальчики в те времена жили. Натуральная какая-то красота. Сейчас ему мужчины какие-то... Это вот что-то такое в нем есть еще. Оттуда. Дайте, 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 дайте. Кто у нас Владислав? Откройте мне его. Умеет защищаться. Это хорошо. Ему тяжело. Ему нельзя поднимать тяжелое вообще. У него проблемы уже с позвоночником есть. О, мы тоже по дьяволу. У мальчика тоже есть способности. Замечательно. Магически, магнетически действует на девочек. А девочки думают, что в нем такого есть? А почему как завороженная смотрю на него? Потому что мальчик красивый.
Он может, он притягивает. Мамочка, у него на первом месте мамочка, мамочка. Вот смотри, я не могу... Смотри, Лариса, я не могу сказать, что он маменькин сыночек. Я не могу это сказать. Но он очень сильно к тебе привязан. А еще такой вопрос. Ты на данный момент не рядом с ним, да, вообще? Рядом, в одной квартире, только в разных комнатах. А почему ты от него закрываешься? Это специально или что это? Почему ты ограничиваешь его от себя? Ему, он сейчас в тебе так нуждается. Ему так хочет, чтобы ты была рядом, но... Ну, как будто ты ограничиваешь его к себе, к своему, вот, я не знаю, может быть, он тебя редко видит, понимаешь, как в одной квартире, как будто вы в разных полюсах. Я целый день на работе, вечером прихожу домой, он со мной пообщаться хочет, я стараюсь с ним общаться. Ты ему очень нужна сейчас, Ларис, ты ему сейчас очень нужна, понимаешь, будь с ним рядом, пожалуйста. Вот ты пришла с работы, вот сядьте и болтайте, наболтайтесь. Вот потому что ему сейчас нужна ты. Не отгораживайся от него, пожалуйста. И ты такая, знаешь, мамочка строгая, я это все понимаю. Ведьмы, они все такие мамочки. Но как тебе объяснить? Ты не смотри, что ему 21 год, он еще все равно ребенок. Он еще, ему все равно нужна поддержка. Ему нужна мама. Ему не нужен надзиратель, как в тюрьме. Ему нужна мама. Духи ангелы-хранители, покажите, пожалуйста, что у него будет, у Владислава, что будет? У него такая мягкая энергия. У него очень мягкая энергия такая, знаешь, ну не совсем, но вот мягкая энергия. Он такой сострадательный, он такой душевный. Он такой спокойный, такой молчаливый, в комнате всегда тихо. Он такой хороший ребенок вообще. Что у него будет в 24-м году и что у него будет в 25-м году? А такой вопрос, он жениться не собирается? Он вообще не строит планы семью заводить. Вот смотри, как бы он в этом году девочку себе не нашел. Потому что если он есть шансы, может в этом году найти сразу девочку, и девочка потащит его в ЗАГС. А на следующий год ждите детей, внуков. Вот чтобы этого не было, будь рядом с ним и следи, что у тебя ребенок вообще делает, хорошо? А сколько он приходит, куда он уходит, с какими девочками он общается, ладно? А то девочки у нас шустрые такие, знаешь, мальчик-то красивый, понимаешь, одна вот так... Заберет и все, и в ЗАГС. А что, почему нет? Ну. Что ему сегодня на... Что вообще у него на 20... на 24-й год идет у Владислава? Такое ощущение, как будто он тоже находится в некой... Знаешь, вот как будто сидит... И вот то, что ему сейчас дает судьба, ему это не нравится. Ой, это не хочу, это сейчас работать не хочу, или на работу не хочу, или эту работу не хочу. Ой, надо посидеть, надо подождать. Как будто вот его что-то... Ему так скучно от того, что сейчас происходит в его жизни. А ему хочется какое-то движение, он молодой парень. А его как будто ж держит, как в скованности какой-то. То, что дает ему сейчас судьба, и уже вот здесь. Ничего хорошего она ему не дает, ему неинтересно. Но все может измениться в ближайшее время. Он может выйти на новую работу, он может пойти на еще на вторую работу, например, да, подрабатывать как-то. А он может познакомиться с девушкой, у него идет здесь Паша, Пентакли и Шут Дурак. Почему нет? Он может познакомиться с девушкой. Он может пойти искать себя. Я не знаю, если вот у него, может быть, есть какая-то тяга там или какой-то... Но он же парень же молодой, он может пойти искать себя. То есть вот чем мне еще по жизни заниматься? Хобби развивать или учиться пойти? То есть у него открываются возможности для него в 24-м году. И осталось совсем немножко. У меня такое ощущение, знаете, вот для вас двоих, как только сейчас снег начнет таять, все, у вас лед тронется, господа. Понимаешь, Ларис?
У вас лед тронется для вас двоих. Вы начнете шустренько как-то жизнь свою налаживать, понимаешь? Духи ангелы-хранители, а покажите, пожалуйста, Лариса очень сильно хочет выйти замуж за иностранца и уехать. А ну-ка, 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 ну-ка. Анатолий, ты меня слышишь? Она говорит, давно хочет. А ну, она же в России никого найти не может. А что, иностранцы, они самые хорошие, что ли? А? Сейчас, подожди, посмотрим. Подожди, подожди. А ну-ка, покажите мне. А есть ли шансы, что Лариса может выйти замуж за границу и вообще уехать? Мне идет это? Да, дорогая моя. Да, колесницу ты видишь? Вижу. Да, дорогая моя. Ты можешь уехать за границу, выйти замуж, уехать. Почему? Красивая девушка. Красивая девушка, понимаешь? Вот передо мной красивая женщина. Светленькая, беленькая, чистенькая. Одни глаза чего стоят? Ух, магические. А ну-ка. А в каком году это может произойти? Давай посмотрим на этот, на следующий. Далеко забегать не хочу. Есть ли шансы вообще куда-то за границу? Я не Австралию сейчас говорю, а куда-то вообще за границу познакомиться и уехать. В 24-м году Лариса может, а в 25-м году? В 25-м году, посмотри, как шикарно. И причем ты здесь видишь солнце? Вижу. Ты уедешь в жаркую страну. Это не будет Скандинавия, это не будет Лондон, это идет горячая, теплая, может быть, восточная страна. Ты видишь солнце? Вижу. Ты можешь уехать. Ты можешь уехать. В этом году у тебя здесь карта идет. Если твой вот этот вот та же, как его, австралиец, если он что-то сделает для тебя, купит тебе билет или что-то еще сделает, то ты поедешь. Если он ничего не сделает, ты не поедешь, потому что ты из той категории женщин, которые любят себя. Понимаешь? А ты считаешь, что мужчина, если ничего не делает, так мне он и не нужен. Я и тут и прекрасно могу без него тут прожить. У тебя очень хорошая вот это, знаешь, у тебя самооценка, уже давно все проработано. Ты себя знаешь, что ты хочешь, какого мужчину ты хочешь, какое будущее ты видишь. У тебя самооценка, все нормально, это мне очень нравится. Кстати, редкость в наше время сейчас. У нас женщины что-то потерянные какие-то. А у тебя все нормально с самооценкой. Так, знаешь? Да, ты считаешь, то зачем мне кто попало? Я и так живу неплохо. Мне нужен мужчина, который будет меня уважать, ценить и любить. А ты очень такая, знаешь, у тебя сила очень сильная есть, сила. Очень сила в тебе такая есть, мощь. Давай, еще вопрос, давай, в темпе вальца, давай, Лариса, давай. Как проходят мои чистки? Я сама себя пищу. И сейчас, похоже, меня жизнь не заставила, стала практиковать, просто... Так, все, все, я... Я все. Духи ангелы-хранители, покажите, дайте, 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 дайте. Покажите мне энергетику, потому что вот так я вижу тебя чистую. Я не порчу, не сглаз, на тебя ничего не вижу. Ну как ведьма может быть с порчей сглаз? Ну я вообще в шоке, понимаешь? Но не может быть, ведьма не ходит такая, у нее сама очистка внутри есть, знаешь, как когда покупаешь этот, как его, стиральную машинку, там есть очистка барабана, такая кнопка нажимаешь, очистка барабана. У любой ведьмы тоже здесь, и вот тут есть на лбу, вот такая мигалочка, кнопочка нажимает, и у женщины, у ведьмочки сама очистка, у нее уже все прочищается там. А ну-ка покажите, ну ладно, если вопрос, Лариса хочет знать, окей. Как у Ларисы проходит чистка? Ну-ка, дайте. Еще. Еще, 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 еще. О, солнце мое, вот над тобой есть духи ангелы-хранители. Вот кто тебя чистит, понимаешь? Они тебя порой бросают в какую-то центрифугу. Ты там прокрутилась, и я тебя не раз так на выпуске уже. Ты такая беленькая вся, понимаешь? Еще, 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 еще.
Еще. Еще. У тебя в роду жила не только женщина, которая обладала способностями, жил еще и мужчина. Твой род вообще, как, да, знаешь, как кочевники. Ты не родилась на одном месте, всю жизнь на одном месте не живешь. Они как будто, как, ну, вот, когда в 17-м году погнали, там, понимаешь, советская власть, коммунизм, партия пришла, Ленина, да, и там развал вот этого вот всего вот. Всей этой империи, да, Российской империи, вот здесь такое ощущение, как будто бежали, вот как бежали, переезжали. Ты обладаешь, да, я не знаю, кто тебе еще, может быть, скажет или не скажет, я тебе говорю, вот слушай меня, как от первого лица, у тебя в тебе такая сила есть, ты можешь запросто работать и с темными, и с светлыми, ты можешь работать со стихиями, призывать стихии себе на помощь и дух человека. Ты такая ведьма универсальная, родовая. Ты понимаешь, вот единственное, что я не могу тебе сказать, что ты можешь работать с мертвыми. Ну, то есть иметь контакт с мертвыми, потому что у тебя это не наработано. Ты можешь это наработать. Вот у меня с этим контакт есть, у меня от бабки же пришел он. Вот тебе надо, если хочешь, можешь с этим тоже наработать, если он тебе нужен, конечно, контакт с мертвыми. А так у тебя все отлично. По поводу чисток. Ты чистишь себя на протяжении всей своей жизни. У тебя в роду есть еще ведьмы. Ты не одна, еще две есть. Две живущие. Я не знаю. Одна слишком старая, а другая слишком молодая. Очень молодая, намного-много моложе тебя. У тебя в роду еще есть две ведьмы. Они живущие. Одна очень-очень старая. А другая очень-очень молодая. Ты как среди них серединочка идешь. Вот сама будешь потом вспоминать. У тебя есть такие еще две. Это родственницы твои. Это тетя и племянница. Вот-вот-вот. Они тоже обладают. Больше ни у кого нету. И у тебя троих по родовой ветке больше ни у кого нету. Да, еще, кстати, твой сын тоже обладает способностями. Я тебе заранее говорю. Господи, а? Покажи хоть одну ведьму, которая прошла легкий путь. Я куплю шляпу и перед ней вот так прям наклон большой сделаю. И у тебя точно так же. Ты в своей жизни повидаешь все. От самой грязи до самого превосходства будешь подниматься и еще падать. Потому что тебя будет высшая сила. Она тебя на протяжении всей жизни тебя воспитывает, стоит возле тебя и смотрит, как ты справляешься в этой жизни, девочка моя. Они прям следят и в спину тебе дышат. Вот смотри, для тебя сейчас, на данный момент, важная тема – это материальная. Ты больше ни о чем думать не можешь, только как быть в материальной стабильности. Они это прекрасно знают. Но только смотри, здесь есть один нюанс. Когда они тебе дают деньги, ты не должна все деньги спускать, ты должна откладывать. Понимаешь, откладывать. Ты не имеешь права, как другие женщины, купить себе на последние деньги шубу из песца, ламборджини и дом на Рублевке. Ты не имеешь на это права. Ты скажешь, ну как же, почему, я же женщина, я тоже хочу. Ты ведьма, ты не женщина. Ты себя с другими не путай, они по-другому будут потом за это все отрабатывать, а у тебя другая отработка идет, понимаешь? Ты по-другому отрабатываешь, поэтому ты не имеешь права, ты должна эти деньги беречь, сохранять, правильно ими распоряжаться, правильно, с умом. Правильно, что у тебя нет друзей и подруг. Правильно. Правильно. Да, их нету практически. Правильно. И не надо тебе ни подруг, ни друзей. Будут друзья, подруги, всю жизнь будешь, знаешь, без ничего. Всю жизнь будут тебя подставлять. Всю жизнь тебя будут подставлять. И это ты знаешь. Тебе нельзя иметь ни друзей, ни подруг. Ой, как я... Ну, в кавычках подруга, так, знаешь, ты только знаешь, и что говорить нужно, что говорить не надо, ты ей не скажешь.
Ты по сути своей одиночка. Да. И только дьявол возле тебя. И только дьявол возле тебя. И только дьявол шепчет, ты должна быть обеспечена, ты должна быть богатой, ты же хочешь деньги. А ты ему говоришь, да, хочу, конечно, ты же моя солнышко, ты же со мной контракт подписывали там 7 веков назад. Ну, конечно, моя детка, я ж тебе дам то, что ты хочешь. Да. Причем, знаешь, что здесь еще такой нюанс есть? Ты имеешь очень сильное слово, не дай бог кого-нибудь пошлешь. Не дай бог кому-нибудь скажешь, вот, слушай, не дай бог скажешь, ах, чтоб тебе завтра или послезавтра ногу поломает или под машину попадет. Тебе, ты когда проклинаешь так, таким образом, ну или даже просто не специально, понимаешь, а в злость или что-нибудь, тебе надо контролировать свое слово, имей в виду. Яна, я себя всегда контролирую, потому что хорошо думаю, прежде чем сказать. Знаю эту силу, но... Язык мой враг, да? Меня сложно разозлить. Да? Нет, меня сложно разозлить, но если меня разозлят, ну, тогда да. Тогда все. Обижать могут. Ну, сложно, но могут. А вообще одиночка. Все время везде одна. В бассейн одна. Куда-то одна. На пляж одна. И как-то так абсолютно нормально. Нормально. Ютуб в ушах и что-то слушаю. Ну, знаешь, что интересно? Вот смотри, Ларис, ну, знаешь, что интересно? Как тебе объяснить? Вот те, кто не хотят с тобой дружить, они очень много в жизни теряют. Потому что ты для другого человека как благодать. Вот если ты будешь рядом с другим человеком, да, общаться часто или вот как-то дружить, ну, типа в кавычках даже дружить, да, у этого человека... И работа будет хорошо, и зарабатывать будет хорошо, и все у него будет вот так. Понимаешь? А если ты на кого-то поставила в черный список этого человека, этот человек будет постоянно падать вниз, 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 вниз. Понимаешь? Да. Да. Лариса, все. Все, что я тебе сказала, ты меня услышала. Вопросы остались? Ночная бессонница. 2 ночи подряд. У меня такое впечатление, я не знаю, что это такое, но я спокойна, но чувствую я себя не очень. Ночью надо людям спать. Да, да. А ведьмы только не спят. Ларис. А у меня не... Кто меня будет? Что? Кто меня будет? Ларис, ты мне скажи, пожалуйста, у тебя есть зеркала в спальне? Закрывай их, солнышко. Они будут приходить и не будут тебя трогать. Причем, если даже у тебя есть поверхность от телевизора, поверхность... Нету телевизора в спальне? Отлично. Нет. Вот эти зеркала закрывай, потому что через эти зеркала... А еще такое. У тебя там нет такого, например? Потому что я не вижу, мне не показывают, но смотреть долго надо. Чтобы здесь зеркала были и здесь зеркала были. У тебя нету коридора такого магического? Нет, нету. Слава нету. Богу. У изголовья зеркало висит и шкаф с зеркалами. Но там только ноги мои могут быть. Но все равно, неважно. Неважно, если в спальне есть зеркала, этого уже достаточно для того, чтобы черти туда-сюда ходили. И не только черти. Понимаешь? Потому что зеркала — это открытые порталы. А тем более для ведьмы в спальне, которая спит. Они тебя знаешь, почему будут? Они хотят, чтобы ты не спала. Чтобы ты с ними общалась. Чтобы, может быть, ты с ними разговаривала. Если у тебя дома есть карты Таро, чтобы ты ночью... Вот. Чтоб ты ночью гадала, сидела, понимаешь, они тебе подсказывать будут, вокруг тебя сядут и будут подсказывать. Поэтому убирай все поверхности скользящие. Если ты на этой поверхности видишь себя, закрывай. В спальне не должно быть этого. Поняла? В спальне не должно быть этого. Если есть возможность, в спальню дверь тоже закрывай. Поняла? Потому что они будут специально, чтобы им, потому что скучно, им хочется твоей энергии, с тобой пообщаться, поговорить. Да, они уже выходят на контакт. Здесь нужно, знаешь, я даже не знаю, как это сделать так, чтобы этого не было. Но я даже не знаю. Поменьше магии тогда, ладно?
Как можно ведьму запретить быть ведьмой? Я не знаю. Я не знаю, Лариса. Как ведьму можно запретить? Что можно ведьме сказать, чтобы она была не ведьмой? Я не знаю, я в шоке сама того, что говорю. Все, ты меня слышишь, что я говорю, да? А можно еще один вопрос? Да. А последний? Да. Обещаю. Николай в моей жизни. Я не буду его смотреть. Я уже откуда здесь закрыла. Все, все, это уже долго. Я убрала уже все, карты все убрала. Лариса, все, что я сказала, ты меня услышала? Услышала я. Все, моя дорогая, тебе счастья, удачи, береги себя, чтобы у тебя было все классно. Так держать. Пока, все, у тебя супер. Спасибо. Пока-пока.